В Северске уже несколько лет работает молодежный парламент, причем он формируется на период работы Думы, потому что молодежный парламент работает при Думе, зато Северск. Но раньше он формировался по принципу, мы более старшее поколение видим более активного молодого человека, давайте его привлечем. Вот привлекли. Кто стоит за его спиной? Один он, может быть, его группа поддержки есть. Поэтому мы решили сделать в этом году, сформировался новый созыв Думы на 5 лет, и мы решили молодежный парламент сформировать более легитимно. То есть делается это таким образом. Сначала молодые люди, которые занимают активную жизненную позицию, у которых есть что привнести, что сказать власти, они должны стать официально кандидатами. Мы утвердили на Думе положение, в соответствии с этим положением молодые люди собирали 30 подписей своих сверстников для того, чтобы стать кандидатом. Кандидатом в, скажем так, члены молодежного парламента. После того, как они собрали по 30 подписей, работала комиссия, которая проверила, чтобы не было совпадающих подписей. То есть нельзя, чтобы 30 человек собралось и сами себя все выдвинули и пошли в кандидаты. То есть сначала проверили, и таким образом зарегистрировано сейчас 32 кандидата в члены молодежного парламента. Затем вот сейчас 2 недели идет предвыборная кампания, в результате которых она идет и в средствах массовой информации, и молодым людям разъясняется, всем горожанам молодым разъясняется, каким образом они могут отдать свой голос за того или иного члена молодежного парламента. После этой агитации начинается голосование, причем голосование идет в интернете, на сайте Думы «Зато Северск». Каждый человек, есть 3 пункта. В который может прийти с паспортом молодой человек и по паспорту получить уникальный код для голосования с любого компьютера, подключенного к сети интернет. Вот в течение 2 недель, затем до 1 июля, все молодые люди определенного возраста до 33 лет могут получить такой уникальный код и проголосовать за одного, за 26 из 32. То есть у него список, он может 26, не более 26 выбрать. Вот он отмечает соответствующим образом на сайте Думы те фамилии, за которых он голосует. После того, как наступит день окончания голосования, будут подведены итоги на интернете, на сайте Думы. Значит, таким образом, интернет-голосованием те, кто наберет больше всех голосов, станут членами молодежного парламента. Таким образом, молодой человек не просто занимающий активную жизненную позицию, но и будет иметь ответственность, во-первых, за тех, кто выдвинул его 30 человек, и за тех, кто за него проголосовал. Но кто за него проголосовал, неизвестно, потому что голосование тайное практически получается. Но за ним будет определенное количество голосов, определенное количество избирателей молодых стоять. Поэтому у него возникает еще и ответственность перед ними. Я думаю, что это приведет к более ответственному и более результативному работе, более результативному работе молодежного парламента. Спасибо большое.